В Одесском облэнерго не берутся прогнозировать, удастся ли будущей зимой обойтись без верных отключений электроэнергии по области. Значительные усилия они направляют на снижение потребления электроэнергии. Уже сейчас получено распоряжение от Укрэнерго ограничить потребление по области на 18 мегаватт. Коснулась мера крупных предприятий. От четкой работы с ними и будет зависеть бесперебойное обеспечение электроэнергии жителей Одессы и области. Вводить свой лимит, естественно, что нам могут довести график АГО, то есть веерное отключение по всей области.